Всем привет! Сегодня в рубрике «Советы на каждый день» суперсовет, как чувствовать широчайшие мышцы, когда вы выполняете подтягивания, либо тяги верхнего блока, как груди, так и за голову. Основная ошибка, которую совершают все, это неправильное само выполнение движений. Во-первых, нужно выполнять движения локтями, как будто вы зажаты между двух плоскостей. Я об этом всегда говорю. Никаких раскачиваний торсом, вот таких вот, когда люди чуть ли не ложатся горизонтально. Это все ерунда, которая не имеет ничего общего с прокачкой ваших широчайших мышц. Чтобы чувствовать и чтобы действительно прокачивать широчайшие мышцы, необходимо выполнять все движение локтями, опуская локти четко вниз, сводя лопатки вместе. А сейчас смотрите, и этого вы больше нигде не увидите, как научиться чувствовать это движение идеально. Смотрим. Для этого нам понадобится лечь на пол, поднять руки вверх. И вот представьте себе, что вы либо держитесь за перекладину, либо держитесь за рукоять верхнего блока. И смотрите, сводим лопатки вместе, опуская локти вниз. Попробуйте, и вы почувствуете, что вы всю жизнь тренировались неправильно. Вот здесь, просто сводя лопатки и опуская локти вниз, вы прочувствуете, как работают ваши широчайшие мышцы. Потренируйтесь дома день, два, неделю, сколько вам будет необходимо, для того, чтобы тело запомнило и научилось правильному выполнению движений. Все остальное будет только отнимать ваше время, силы впустую. Всем пока!